Как сочетаются идеи либертарианства и национализма? Не чужда ли либертарианству идеи нации? Ведь это не добровольное, сконструированное государственными объединения, определение которым затрудняются дать и сами националисты. В ваших речах в последнее время очень часто звучит националистическая риторика. Не теряются ли за ней реальные люди, как у националистов? Нет, совершенно не теряются. Сама идея могла сложиться под давлением государства когда-то в прошлом. Сегодня, и в том формате, в котором я продвигаю идеи национализма, это абсолютно добровольная ассоциация. Люди имеют право считать себя русскими, люди имеют право на свободу ассоциации по национальному признаку, на что люди не имеют права. Это записывать в свою нацию людей, которые с ней не хотят ассоциироваться. Это первое, что они не имеют права делать. Второе, что они не имеют права делать, это подвергать людей, которых они считают приверженцами своей нации, правовой объективации и распространять на них свою юрисдикцию против желания самого этого человека. Это, например, то, что происходит в Чечне.